ожидания, с нетерпением. В общем-то, вот и она. Сильна. Мировые рекорды на ваших экранах. Все принадлежат Татьяне Кашириной. 155 рывок, 193 толчок, 348 сумма. Ну и чуть ниже юниорские мировые рекорды, которые, в общем-то, Татьяна Каширина также установила. Это весовой категории группы «Б». Победителем группы «Б» является казахстанка Александра Аборниева. 117 рывок и 150 толчок. Если не брать в расчет Каширину очень легко и Мэн Су справилась, то и сейчас надеяться, что она не поднимет 133 килограмма, девушки, я думаю, не стоит, будут претендовать на... И таким образом медаль. Девочки доперезаказывали, что нам вызвали китаянку, которая со 130 янг, Северная Корея, начинать, но с этого же веса она и выходит на помост. Чемпионка Азии. Трехкратная чемпионка мира. Тех самых соревнований. Серебра. При этом есть и шестикратная чемпионка Европы. Призер Олимпийских игр. И 180 толчок. Представляет Санкт-Петербург. Убедительно, мне кажется, этой попыткой Татьяна Каширина показала, кто здесь хозяин в этой весовой категории. Конечно же, ну, пока еще ничего не решено, но легкость, с которой Татьяна справилась. Ну, вы видели сами, китаянка. Я думаю, в первую очередь именно в разы больше сил затратила на помосте того, чтобы поднять меньший вес, 140. Надежда Нагай. Килограммов. Плюс 1 килограмм. Решили выпустить. Вот в рывке она уже лучше вперед. Аккуратнейшая Таня. Усюпкин идет по своему броску. Попытка приготовленному плану. 148. Ну что ж, тоже такой определенный тактический ход. 143 попробовали заказать, чтобы Каширина вышла, да? Да. Либо тогда 137, чтобы обойти Пульсапсакул. Здесь вот 140. Да, ну тут без проблем и в этот раз справилась. Интересно, вперед, не сказать, что сколько, во-первых, самое главное. Ну, все по правилам. Точно сегодня идти не надо. Таня уже показала. Скорее всего, сейчас будет заявка больше, чем она способна. We'll be right back.
По всей видимости, да. 150, да, так и есть. Ну и в случае успеха плюс 7 привезет китаянке и... Татьяна легче значительно, поэтому Мэнсупин на 8 килограммов нужно больше будет толкать, чем Кашириной. Звучит как-то интересно, да? Толкать больше, чем Каширина. Две минуты есть у Татьяны для того, чтобы перевести дыхание и снова появиться на помосте. И личный тренер Владимир Краснов оказывает помощь в подготовке к очередной попытке. Спортивное общество «Динамо». Хотелось бы добавить, представляет Татьяна. Вес установлен, мэнсупина 145 килограммов. Ян. Случай успеха обойдет Каширину. Первое место за нашу страну. В рывке. Пока первое место. Да, не увидим мы сегодня рекордные попытки в рывке. Ой, оно и верно. Давайте посмотрим попытку в исполнении Тани, чтобы убежать от китаянки. И показывает, что в хорошей форме находится. 30 килограммов в толчке, я думаю, будет та первая попытка напряженненькая. 2-1. Всего лишь на 3 килограмма. Пока она лидер, отрыва большого создать. Ну и получается, она не удастся вторить соперниц. Мало закончит, хотя, конечно же, золотом мы ее поздравляем. Очередная медаль у Кашириной в рывке пока. И ждем с нетерпением второго упражнения, которое уже окончательно расставит все по своим местам. Небольшой перерыв. На чемпионате мира и пока что 292 и третий результат. Обдирает голень спортсменки. Все вроде в порядок привели. И первое появление девушки из Северной Кореи. Кук Ян. 3 килограмма разница. Да, 3 килограмма разница. А, ну плюс 3 получается. Таня 108 весит. Супина будет после первой попытки уже начинать удивлять Таню своими заявками. Правда, плюс 10, больше, чем 10. Да, будет пропускать ее потом, тот же результат от тайской спортсменки. Как-то пытаться ее так чуть-чуть ввести в какую-то панику. Пытаться это делать. Опа, вот так вот. Ничего себе. Что произошло?
Да, ну с Грузией работает китаянка. Напряжно. Съемки Северной Кореи. Ну вот в рывке показала Мэнсу Пин, что физически чем больше висать, тем сильнее она собирается. Такая вот особенность. Соглашусь. Поэтому может выдать что-то серьезное. Там Ашаян там что-то делает уже. А, ну, скорее всего, увидим подход расширенный на 185, и уже нужно будет китаянке делать плюс 4. Наверное, какая-то все-таки у них такая... Мэнсу Пин вот так вот 183 для стартового подхода. Очень неожиданная попытка. Да, многие зрители наверняка подумали, что все. Ну что дрогнуло, Танька? Дело сделано, но не так. Веса большие. Знаешь, это так выглядит со стороны. 93. А не хотели бы ли вы попробовать? Схватило бы из 189. Посражаться. Ох уж, Таня, на свое время размениваться 190 на первое место в толчке в сумме. Обязательно будет пытаться выйти Мэнсу Пина, ждать ответа китаянки Каширину и уже в 13 килограмм попытка занять его. На самом деле все настолько пронизано очень тонкими психологическими нитями, которые нам очень быть вообще непонятны и неизвестны. Девчонки очень тонко устроены всегда, и пока неизвестная причина помешала все-таки в первой попытке это сделать. Тань, соберись, разозлись, куражнись, докажи, что это была случайность. Опа.
Давай. Ну, хотел перед подходом сказать, что Мансупин не толкал никогда. Фиксировать 185 попытки. Есть призер чемпионата. Да, смотрите, какая красивая. Обошла с борьбой. Этой попыткой девушка из Северной Кореи. Да, но у нее будет еще одна попытка. Не знаю, мне кажется, смысла использовать ее... Китайского, что В принципе, 190 килограммов позволит загнать китаянку на мировой рекорд. Рекорда. Ну, хотя тренеры... Здесь такой некий хедшот. Северной Кореи, конечно, у нас уже отличились на чемпионате мира. Загнали свою же спортсменку, уже травмированную. Просто добили, что она еле-еле стояла. Сейчас попытка номер 3. Может быть, вот этого килограмма как раз-таки килограмм был лишний. Все-таки, ну, как мы можем наблюдать, что 191 заявлено потихонечку, начиная от третьего выхода, отходить. Я думаю, китаянка не будет перезаявлять больше. А мне кажется, сейчас перезаявят. Ну, для нее это действительно потолок. Да, 168. В любом случае, Тане нужно выходить и толкать в любом случае. Улучшить попытку, сколько свой результат. 2 минуты на отдых.
Теперь же это точно не меньше 191 должно быть. Идет. Я думаю, с северокореянки можно на 170, так аккуратненько. Красивая штанга будет. Да, такое вот напряжение прям чувствуется даже вот везде. Но на 180 у Мэн Сюпин было... Вот лично мне видно сразу тяжелая работа на съеме. Ну, на та самая работа, которая у Ким Кука придает динамику и всю скорость движения снаряда. Сейчас личный рекорд. Еще напряженней, еще жарче. И вот таких вот промахов, как Таня допустила в первом подходе, да и в рывке, в общем-то. Ну что ж, решающая попытка для Татьяны Кашириной в первую очередь. К опыту вообще Таниной спортивной карьеры все вот это сегодня произошедшее. И Таня четырехкратная чемпионка мира. Опа. Да, сюрпризов этот чемпионат мира очень многогранен и неожиданен. Опа, ситуация. Да, Таня чемпион мира. Поздравляем, безусловно, поздравляем с первым золотом. Два к одному. Работает 100%. Приятно. И общекомандным Северной Кореи с медалью. Акулов, Ловчев и Каширина. Вот наши герои. Все в престижной, супертяжелой весовой категории женщин. И ждем борьбу. Смотри-ка, да. Сюпин на самой стороне. Хорошо, что отбавила. Соперница показала Татьяне Кашириной, что расслабляться не нужно. Они, что Таня Каширина каким-то...
еще раз повторюсь, очень необычно и неожиданно. Вот настолько Таня приучила к мировым рекордам, каждый раз выходя на помост. В прошлом году 5, сегодня ни одного. И вот с такими особенностями вообще по ходу событий. Да, интересно. Ну, итоговая таблица была на ваших экранах. Северокореянка в толчке зацепила бронзовую медаль, как, в общем-то, и в сумме. Установила личный рекорд. Ну что ж, друзья, вот таким выдался этот чемпионат мира. В предвкушении ожидаем Олимпийские игры. Они будут у нас совсем скоро. Весь чемпионат, этот ночной чемпионат из Америки, помогали вам смотреть Алексей Безбородов, Иван Захаревич. До новых встреч, друзья! Ну и за режиссерским пультом сегодня был Павел Кувшинов. Поздравляем и его мы с золотом чемпионата мира.